Так, все, я дальше записываю. И еще мы сделаем 4 персонажей. Одну мою сестру Лену, вторую мою подругу Полину и в-третьих мою подругу Лизу и меня, конечно же. Извините. Переходим вот сюда. А еще сделаем мою сестру Ксюшу. Во. Это буду я. Так, цвет кожи. Ну, знаете, у меня какой-то такой. Волосы у меня практически всегда в косичке. Ищем косичку. Она пусть будет такая, и у меня вот какие-то вот такие цветом волосы. Ну, глаза, конечно же, такие. Нос. Вот это вопрос. Ну, цвет такой. Брови нормально. Меняем их цвет такие. Во. Ладно, чуть побольше сделаю. Я все-таки не такая. Во. Вот такие сделаем. Рот такой. Одежда. Вот это вопрос. Это огромный вопрос с одеждой. Я не знаю, какую мою одежду сделать. Я не знаю, какая у меня есть одежда. У меня есть платье. Ну, ободок я обычно не ношу. Вот такая я в сериале получилась. Тут будет моя старшая сестра. У нее цвет какой-то такой кожи. Ходит она с распущенными волосами и вспомнить бы. Вот. Ну, такие давайте сделаем. Ну, вроде какой-то такой. Так, глаза. Нос. Тут вопрос. Ну, такой давайте сделаем. Цвет бежевый. Вот такой же, как и кожа. Ну, вот такой пусть будет. Брови нормально, пирсинга у него нет. Такой, какой есть, в принципе, нормально. Вроде как нет. Одежда. Кстати, будет вопрос. Так как она уже на работе, в колледж она уже не ходит. Делаем ей какую-нибудь одежду. Работника. Что я реально не знаю, какая у него одежда. Так, ну... Если у него платье. Давайте куртку сделаем такую. Хотя нет. Такую. Ну и возраст уж постарше. Во, сестра. Теперь младшую сестру. Ну, точнее, ну как сказать младшую, ну старшую. Мою. Короче, ей 9 лет. А какие у него волосы? Вроде тоже всегда косички, как у меня. Волосы какие у них. Такие какие-то, что ли. Одежда тоже проблема. Ну, давайте ей какую-нибудь такую сделаем. Ободок она не носит. Вот. Ну и
двух моих подруг. Сейчас сделаем полюм. Так. Она ходит всегда практически каждый день с хвостом. Ну, вот сделаем такой, если найдем другой. Такой. Какие волосы? Ну ладно, пусть будут такие. Не, вроде у нее белые волосы. Ну, раньше точно были какие-то такие, так что мы сделаем такие. Глаза нормально, нос нормально, браузы, брауфи такие. Рот такой. Одежда. Пусть будет. Пусть будет одежда. Ну, пусть будет такая. Ну да, пусть будет такая. Ну и Лизу. Лиза, с чем она ходит? С хвостом тоже. Во, хвост. Глаза нормально, нос нормально, брови. Пусть такие будут. Вот так. Рот. Давайте сделаем такую. И волосы цвет. Цвет. Вот какой-то такой. Ну, вот. Персонажи Лиза, Полина, Лена, сестра и я. Вот будет мама, а папа вох. Ну все, выходим. Капец. Давайте выберем тех, кого мне нужно для сериала. Это и вот это. Они еще это и это. Это Поля. Нет, вот это Поля. Это Лиза. Это Лена, а это я. Ну, все-таки наш же лучший подарок надо брать. Сейчас еще маму позовем. А, мама с дочкой, точно. Зови, зови на эти дочки. Знаете, это не наша. Вот мама. А вот их еще одна дочка. Ой, девочка, пойдем на небо. Куда нашу дочку тащит? Это не наша, это не наша. Это вообще Кобяков. Ну давай, залезай. Сейчас еще папу позовем. Нем. А, кого тут проверить надо? Да, да вот и ее. Так, ну все, так, ну короче, ждите проду этого сериала. Всем пока, ждите.